Всем большой привет! Хочу показать свои небольшие покупки в этом месяце. Закупилась я немножечко зубными пастами. Очень люблю вот эту зубную пасту Colgate прополис отбеливающая. Беру не первый раз, даже не второй. Действительно, мне очень нравится. И достаточное освежение, и отбеливающий эффект есть. Понятно, что она не выбеливает зубы, но насколько это возможно почистить зубки, она это делает. И вторую я взяла уже своему мужу, тоже Colgate, алтайские травы. Он очень любит, чтобы, ну, в общем, когда с травами, с какими-то вот такими добавками, его не особо интересует отбеливающий эффект, но вот когда есть что-то такое травное, лечебное, он сразу это берет. И тут прям так написано, если тут с экстрактом прополиса, то тут с экстрактами трав написано. Хорошие зубные пасты. Но вот алтайские травы-то первый раз беру на пробу, а прополис уже беру не первый. Обратила внимание на то, что очень-очень давно у меня не было дезодорантов, которые спреи. Долгое время уже пользуюсь только шариковыми, и что-то чуть-чуть они мне поднадоели, захотелось очень на лето, чтобы вот себе спреем попшикать. И так как у меня ни в запасах, нигде их не было, то с чистой совестью сходила в магазин. В одном купила Рексону яркий букет с нотками белых цветов, клубники и ванили. Приятный действительно аромат, обещают 48 часов защиты, но не знаю, летом возможно это или нет. Но я его уже использую, понравился очень, красивый такой дизайн, интересный дозатор. И шел он, по-моему, по скидке или без скидки. В каком-то я ближайшем продуктовом магазине купила, либо в Пятерочке, либо в Дикси, я не помню. Вот. И второй дезодорант я тоже взяла, это уже от ФА, прозрачная защита, тоже 48, но они уже сейчас все пишут 48. Антиперспирант, тоже уже открыла, попробовала. Вот в этом, по-моему, да, вот в этом очень тугая, прям вот, знаете, нужно очень прилагать сильные усилия, чтобы прям палец аж надавливать, чтобы оно вообще пшикнулось. Но аромат приятный, работает хорошо. Насколько будет хорошо защищать, еще пока не знаю, но надеюсь, что будет защищать тоже хорошо. Вот, такие были покупки. Мне тут так презентовали совсем крошечный подарочек. К подружке забежала, она решила мне подарить вот такой шампунь, укрепляющий с корой дуба и крапивы без красителей. Никогда его не пробовала, не знаю, что это за такое. Невская косметика, 250 мл. В магазине я его видела, он недорогой. Ну, пахнет вот чем-то таким вот корой. Чем-то таким. Я люблю травные ароматы. Ну, конечно, не настолько, чтобы прям корой пахло. Но пусть будет, попробую. Может быть, маски, масла вот смывать пригодится. Так, дальше. Я всю красоту навожу. Давайте покажу несколько кусочков мыла. Один мне вот тоже подарили вместе с шампунем. Это крем-мыло детское «Ушастая нянь». Вы знаете, очень приятный аромат. С оливковым маслом и ромашкой. Пахнет мылом и чем-то таким приятным. Еще одно, уже это я мимо не смогла пройти, когда увидела дизайн этого кусочка. Туалетное мыло для детей, крем и череда называется. Еще я видела, второе было туалетное мыло для женщин. По-моему, крем и ромашка, как-то так называлось. Ну, аромат абсолютно простой, но мне понравился, знаете, такой вот как бумага и ощущение такой старины, под старину сделано, вот так вот тут написано. Ну, как-то вот очень интересно, очень понравилось. И подумала, что пусть будет. Ну и третий кусочек мыла я тоже взяла. И знаете, взяла вот из-за оригинальности, из-за названия. Мон Пари для двоих, 18+, вот этот интимный значок. Впервые просто я столкнулась с таким мылом. И, ну, давайте покажу, что здесь еще написано. Осторожно. Вот, видите, что написано?
С осторожностью. Ну, вот как-то меня оно заинтересовало. Можно, конечно, открыть, посмотреть, что это за мыло. Но я подумала, что пусть в коллекции будет своей оригинальностью. Вот. Обыкновенный абсолютно кусочек. Пахнет мылом обыкновенным. Ну, не знаю, что заинтересовало, купила. Пусть будет. Также у меня закончилась пилочка для ногтей. Так как у меня ногти с гелем покрытые, то я беру себе вот такую 80 на 80. Бывает даже 80 на 100, но вот ее вот как-то достаточно. Она такая крупная терочка-то вот сама. И хорошие вот эти пилки, они мне нравятся. И недорогие, рублей 40, что ли, они стоят. Хорошие пилочки. А тут я уже что-то даже это таскать начала. 140 штук, ватные диски. Ну, я не знаю, как-то вот ватные диски я не очень люблю как-то показывать. Больше они, знаете, для количества я их в сторонку кину. В принципе, вот все, что я купила в этом месяце, это вот все. Потому что, ну, покупала то, что необходимо. Ну, мыло, может быть, оно, конечно, мне не было необходимо, а остальное это необходимое. Ну, и покажу еще покупки для волос. Я, знаете, хоть и делаю заколки, но на самом деле я сапожник без сапог. У меня с заколками, ну, есть они, конечно, есть, но немного. Давайте я вам покажу. Взяла я себе вот такую, я уже говорила или не говорила, что еду на свадьбу в эту субботу и решила вот такую себе заколку взять. Платье у меня будет белое с черным. И вот такая вот заколка. Две взяла вот такие вот маленькие, чтобы с боков волосы прихлопнуть. Вот. Не так давно мне сестренка подарила вот такую заколку. Она мне понравилась тем, что вот эти вот висюльки очень красивые. И под черные волосы очень красиво она смотрится. Тут, не знаю, вам видно или нет, но она в стразах. Или со стразами. Вот такая оригинальная заколка. И сегодня отнесу, подарю. Сейчас покажу еще одну заколку, которую я купила родственнице девочки. Вот такой вот у нее бутон, букет. Вот она тоже со мной едет на свадьбу. И думаю, что для нее это будет красивым украшением. Ну, если понравится. А если не понравится, то я еще одну сделала. Даже две на выбор. Сейчас покажу тоже. Я буду показывать эти заколки еще и в своем рукодельном влоге, но его не все смотрят, поэтому решила показать и, ну, как бы в покупках. Вот такую заколку я и сделала еще. Ну, на выбор сейчас покажу вот эту или еще одну. А так как сейчас уже ухожу, решила быстренько уже снять ролик, пока не ушла. Или вот такую. Тут уже букет роз. Платье у нее будет желтое с розовым. Уже новое купили. И вот из трех заколок сама выберет какую. Либо вот этот букет роз, либо вот эту розу с бутоном, ну или вот такую корону. Вот. То есть сама определится. Ну, может, все выберет и по очереди будет одевать. Это ее уже личное дело. Вот такие были покупки, поделки, подарки в этом месяце. Многие меня, девчонки бывают, пишут, куда ты столько скупаешь? Ну, на самом деле, у меня, если вы видите, покупок ежемесячно немного. У меня много подарков. Мне девочки присылают много подарков. Поэтому у меня действительно запасы большие. А сама я покупаю только то, что необходимо. Ну, или вот как типа мыло коллекции у меня в свою коллекцию. Все, на этом я заканчиваю ролик. Спасибо огромное всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. И всем пока. До новых встреч.